Всем привет, на связи Cloud Geo, и сегодня мы поговорим про бесплатные NFT-проекты, в которые вы можете зайти и попытаться что-то заработать, не инвестируя свои деньги. Ну а перед тем, как мы приступим, хочу по традиции порекомендовать вам свой телеграм-канал. Здесь я даю еще больше информации по поводу различных NFT-проектов, также здесь я показываю, какие NFT я покупаю, какие продаю и многое другое. Здесь все абсолютно бесплатно, здесь нету випок или каких-то закрытых каналов, здесь только мои мысли, которыми я делюсь со своими зрителями. Если вам все это интересно, ссылочка на мой телеграм-канал будет находиться в описании к этому ролику. Что ж, друзья, перед тем, как я вам покажу и расскажу бесплатные NFT-проекты, я хочу немножко поговорить, откуда они вообще берутся и почему они нам платят. Это важно понимать, чтобы вы могли знать, на что вам стоит рассчитывать. Все бесплатные NFT-проекты должны откуда-то брать деньги для того, чтобы выплачивать вам доход, который вы получаете, ничего при этом не инвестируя. И тут у нас есть всего два варианта таких игр. Первая – это игра, в которую вы можете зайти абсолютно бесплатно, и в ней будет урезанный функционал платной версии игры. То есть, допустим, есть люди, которые зашли в игру и инвестируют в нее деньги для того, чтобы зарабатывать, но есть также и вариант для игроков, у которых нету еще денег, и они тоже хотят в нее играть, и вот такие игры предоставляют такую возможность игрокам зайти абсолютно бесплатно и попытаться развиться прям с самого нуля, но очевидно, что это все будет занимать большое количество времени. Ну и, собственно, второй вариант игр, они не урезаны в функционале, и они получают деньги не только от своих пользователей, но и извне. Допустим, у них на сайте расположена какая-то реклама, либо они с кем-то запартнерились, и часть пользователей игры переходит на другой портал, который выплачивает им деньги. В общем, откуда-то финансирование они берут, и этим финансированием они делятся со своими пользователями, которые достаточно часто заходят в их игру. И исходя из этой информации, мы должны с вами понимать, что на бесплатных проектах много денег мы с вами просто никак не сможем заработать. Этот вариант будет подходить для новичков с небольшим банком, которые будут готовы потратить свое время для того, чтобы получить какой-то небольшой доход. Чтобы это видео было интересно, я собрал для вас бесплатные проекты из абсолютно разных жанров. Я надеюсь, что вам это понравится, и если вы наберете 1000 лайков под этим видео, я сниму вторую часть. Давайте приступим, и первая игра у нас называется Dragon SB. Это достаточно новый проект, и он не похож на любую NFT-игру, потому что он поражает своей графикой, своей механикой, своим геймплеем и так далее. Вы, собственно, видите, как здесь все происходит, и это действительно, то есть это не какая-то видеозаставка, да, это действительно сейчас вы видите на своих экранах геймплей этой игры. Здесь все очень просто, вы заходите, у вас будет дракон, и вы участвуете в сессионных битвах, сражаетесь с другими драконами, за что получаете токен этой игры. Я напоминаю, что начать здесь играть вы можете абсолютно бесплатно, и опять же повторюсь, что много заработать на бесплатных играх здесь просто не получится. Если вы захотите зарабатывать больше, вам придется вкладывать сюда деньги. Но игра стоит свеч, она достаточно интересная, это не просто какая-то кликалка, да, в которую мы привыкли нажимать раз в час. Здесь действительно будет экшен, да, красивая графика, какой-то геймплей, стратегия, здесь есть разные режимы, здесь есть PvE, PvP, вот миссии какие-то, да, тут можно будет как-то прокачивать своего дракона и многое другое. Конечно же, здесь есть NFT Marketplace, и за участие в битвах вы будете получать не только токены этого проекта, но и еще какие-то NFT в случае победы или в случае участия в каком-то турнире. Присмотритесь к этой игре, мне кажется, для многих она может быть очень интересной. Конечно же, все ссылки на эти игры будут в описании к этому ролику, именно там вы их сможете найти. Ну и следующая игра на очереди, конечно же, это у нас Avigocha. У меня есть целое видео про этот проект, я показал, как можно попытаться в нем заработать абсолютно бесплатно. Сейчас многие пишут, что это уже не актуально, но буквально вчера мне написал зритель и сказал, что у него получилось там заработать какую-то энную сумму денег за день, уже точно не помню какую, но там около что-то 5 или 4 долларов, то есть еще все-таки это возможно. Я не буду прям рассказывать, что здесь нужно делать, у меня есть целое видео про этот проект, про бесплатный способ заработка в нем, и я оставлю ссылку на это видео тоже в описании к этому ролику. Просто знайте, что в Avigocha сейчас еще вроде как можно бесплатно заработать.
Идем дальше, и следующий проект называется Era 7. Это коллекционно-карточная игра, которая набирает все больше и большую популярность. И чем-то она напоминает по механике Splinterlands, но мне кажется, она намного интереснее. И здесь достаточно много различных функций. В нее также можно играть не только бесплатно, но и платно. И, конечно же, стоит сказать то, что если вы будете играть в нее бесплатно, то вам придется очень долго развиваться, и не факт, что вы сможете развиться так, чтобы прям зарабатывать какие-то хорошие деньги. Скорее всего, вам придется прикупить каких-то хороших карточек, а их здесь покупать действительно можно, и стоят они, ну, скажем так, недешево, да. Здесь есть карточки, которые стоят там $1000, вот мы можем посмотреть, $188, $300, то есть игра развивается полным ходом, и более того, посмотрите на график токена, это за все время, да, то есть он постоянно растет. Присмотритесь к этой игре, даже если у вас нету денег, попробуйте развиться здесь бесплатно. Здесь вы прокачиваете своего героя, и за новые уровни вам будут давать какие-то карточки, которые вы можете их, ну, короче, использовать, да. Тут вот можете собрать свою деку, да, выбирать, какие карточки вам нужны, какие не нужны. В общем, потыкайте. Достаточно интересный проект, который точно заслуживает нашего внимания не только как бесплатный проект для входа, да, но и сюда можно какие-то деньги инвестировать для того, чтобы попытаться заработать в долгосроке. Также хочу сказать, что подобного рода проекты, они практически никогда не скамятся, потому что это все нацелено на киберспорт, да, на соревновательную составляющую, и такие игры могут жить десятками лет и всегда будут чувствовать себя нормально. Ну и следующая игра с бесплатным входом — это Roller Coin. Об этой игре, я думаю, многие из вас уже слышали, но если не слышали, я вкратце расскажу, в чем здесь обстоит суть. У вас есть комната, у вас есть майнер, которого вы создаете и выбираете сами, и у вас есть компьютер. И вам нужно играть в различные игры для того, чтобы устанавливать майнинг-установки, которые будут вам майнить реальную криптовалюту. То есть вы можете выбрать, что вы будете майнить. RLT, да, это токен этой игры, на который вы сможете покупать еще больше майнинг установок. Биткоин, то есть это реальный биткоин, да, это не игровой биткоин, ребят, это настоящий биткоин, который здесь можно заработать. Эфириум, BNB, Matic, Doge, Solana и вроде как все. Раньше здесь было еще что-то, если я не ошибаюсь. В общем-то, в чем заключается суть? Бесплатно здесь можно начать играть, для этого вам нужно участвовать в различных играх. Давайте вот поиграем, допустим, в эту игру. Вы должны будете пройти уровень, после чего вам будет начислена определенная мощность вашего компьютера и вашей майнинг-установки. Вот что-то типа того. И так вот, играя в эти игры, вы можете увеличивать количество и силу ваших майнинг-установок и тем самым повышать свой доход. И на самом деле это одна из немногих игр, которые я считаю, что вот с бесплатным входом здесь можно чего-то добиться. Да? Вот смотрите, я сейчас прошел уровень, нажимаем кнопку Gain Green Power, да, и видим, как нам перечисляют мощности. Сейчас мы увидим, сколько мощности мы получили. И если в эту игру, допустим, играть несколько месяцев, да, и какие-то майнинг установки сделать, вот нам еще дали даже какую-то плюшку. Free Power 100, да, в секунду на 24 часа. То есть бесплатная энергию нам дали. И вот мы видим, что за прохождение этой игры нам дали еще 396 этой энергии. Собственно, переходим и смотрим, что здесь наша вот это вот все Cash Power, да, оно все увеличено. И тут есть различные фишки. Вот можете, не знаю, тут есть также Task Wow, да, вы можете выполнять здесь различные задания, за которые вам тоже будут давать токен RLT, за который вы можете покупать майнинг установки. То есть вы покупаете майнинг установку, ставите ее в свою комнату, и она на постоянной основе будет майнить ту криптовалюту, которую вы здесь выберете. Естественно, предварительно вам нужно будет это сделать. Как, допустим, нажимаете Split Power и выбираете. Вот у меня сейчас стоит все в биткоинах, да, то есть все 100% хэшпауэра у меня в биткоине. Допустим, я хочу фармить BNB, да, я выбираю, нажимаю Save. И все, теперь у меня вся моя сила майнинг установок, которых у меня здесь нету, находится в BNB. В общем, играя и получая опыт, участвуя в ивентах, здесь можно развиться и начинать потихонечку покупать различные майнинг установки. Вы видите, что их здесь очень-очень много. Также для майнинг установок вам нужны будут вот такие вот
я не знаю, шкафчики, да, на которые вы, собственно, будете ставить эти майнинг-установки. И если вы будете постоянно играть в эту игру или дадите ребенку, чтобы он играл в эти игры, здесь не принципиально, в принципе, какие игры играть, они разные по сложности, по интересу, по уровням и так далее, вы сможете развиться и получать действительно какие-то деньги на постоянной основе. Также для ребят с небольшим банком я хочу порекомендовать проект Splinterlands. У меня было много видео о этой игре, и с подписчиками мы играли вместе в эту игру, сражались друг с другом, и даже турниры какое-то одно время мы делали с моими подписчиками. Здесь играть в нее можно бесплатно, но зарабатывать можно только в том случае, если вы купите специальную книжку, и стоит она $10. То есть вы можете попробовать свои силы, также есть приложение на телефон, можете скачать, посмотреть, если вам эта игра будет интересна, тогда можете прикупить эту книгу за $10 и потом уже играть сколько хотите. Здесь окуп будет практически 100%, просто вопрос в том, насколько быстро он произойдет, потому что некоторые ребята окупаются месяцами. Были зрители, которые написали: «Гео, я купил книгу, сделал квест, мне из сундука выпало NFT, которое стоит $500. Я окупился за один день». Вот такие вот тоже перформансы у нас были, поэтому рассмотрите этот проект, он достаточно интересен. У меня на канале есть видео, и стримов куча было про него. По нему это коллекционно-карточная игра. Здесь есть турниры, киберспорт, гильдии, короче, вот это вот все будет интересно, если вы любите подобного рода жанры. Поэтому присмотритесь, тоже стоит внимания однозначно этот проект. Я еще раз хочу вам напомнить, что на бесплатных проектах достаточно сложно заработать какую-то серьезную сумму. Рано или поздно вам все равно придется вложить какие-то деньги для того, чтобы получать адекватный доход. Но если вам понравилось это видео и вы наберете 1000 лайков, я, конечно же, сниму вторую часть, где найду бесплатные NFT проекты, которые мне кажутся интересными и перспективными. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, потому что там еще больше информации по поводу различных криптоигр. Подписаться на мой YouTube канал, здесь выходят все основные ролики. Ну и, собственно, на этом буду с вами прощаться. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.